Всем доброе утро и хорошего вам дня. И приятного аппетита. Здесь у меня с паштетом, с маслом и с вареньем. Всем большой привет. Ну что, вот я пришла и думаю, что же сегодня приготовить. Ну ладно, сейчас еще время есть, так что подумаем. Сейчас хочу поменять везде воду в цветах. Эти уже жалко, эти, как их, тюльпаны. Уже и цвет потеряли, и завяли, но еще не опадают, но уже все. Жалко, конечно, что так это мало длится, но хотя нормально постояли с пятницы. Считай, в пятницу же было 8 марта. Это прям вообще вот даже не раскрылся один. Некоторые помогают тюльпанам раскрываться. Я боюсь, там эта пыльца сейчас желтая, она посыпется. А вот эти вот вишневые ветки, я все жду, когда же они расцветут, когда розовым они будут цвести уже. Ну, сейчас вот зеленые. Вот, видно, сейчас покажу поближе. Вот, начинают уже так вроде бы распускаться. Но я жду розовые цветочки. И спрашивали меня насчет того, что босик не это, ну, не дергает эти игрушки, да, да всякое. Не, он вообще к этому равнодушен. Если бы в детстве, да, когда маленький был и на елке, и вот на таком он что-то там лапой игрался. Также и у некоторых, да, вот насчет зелени тоже я знаю, что едят. Нет, наш нет ему. Как-то все равно параллельно уже стало. Раньше, когда маленький был, тоже в землю иногда залазил. Сейчас, слава богу, нет. Ну, уже взрослый мальчик. Такое ничего у нас уже не трогает. Даже вот на столе стояли, на стол, если залазит, все равно понюхал и пошел дальше. Эти красота стоят еще. Ну и в спальне также уже, тоже еще хорошие, то есть... Эти тоже еще прям красивые. Некоторые хорошо распустились, некоторые нет. Меня спрашивали насчет моих шарфов, да, показать. Вот я сейчас их достала. Я уже как-то показывала, у меня их не так уж и много. Тут лежат такие тоненькие, это как, ну, под горлышко, да, как такие. Ну, поняли, да, такие платочки. Вот у меня один такой, другой такой. Этот у меня наподобие моей юбки, которая у меня есть, плиссировка такой желто-черный. Это с Хаунтем. А вот этот вот, с манго. Этот я покупала в Барселоне, тогда говорила это, что как-то ветер был, мне надо было срочно что-то купить, а я шарф забыла, и я купила. Такой у меня был по цвету, как раз я взяла. Ну, мне нравится, вот когда красную сумочку одеваешь, и вот такой шарф. Потом такой, типа леопард, только крупный, мягкий такой, это кашемир. Потом такой квадрат, в квадратик, или как сказать, в клеточку, да. Ну, не ношу его, он у меня давно уже лежит, он такой широкий прям, не ношу. Потом у меня вот серый еще тоже есть такой, тоже его покупала, это я не помню, это откуда он у меня. Тоже давно лежит, что-то не ношу, я в этом году купила вот этот вот серый, вот с ним больше. Не знаю я откуда, по-моему, Вера Мода или откуда. Вообще я не люблю, когда этикетки, ну, я их сразу срезаю, потому что мне не нравится. Но на некоторых бывает, что начинаешь срезать и боишься порвать дырка потом. Потом такой у меня зимний тоже есть, он как кольцо, да? Просто обвернул и все, типа как, и если шапку забыл, и как шапка, и как шарф. Такой голубой с одной стороны, с другой как розовый. Тоже такой мягкий он, классный, тоже широкий. Совсем широкий такой. Вот, видите? С этой стороны такой, с этой такой. С Саланды. В основном у меня все с Саланды. Этот вот тоже вы видели, мой синий. Вот я его постирала, погладила, да, вот он складанный лежал, и все равно он помялся. Он так быстро мнется. Но цвет он как одна сторона чуть темнее, вот другая светлей. Цвет красивый, но... Ну и такой вот универсальный у меня. Классический, вот этот, который последний купила, ну да, в том году я его купила, это, по-моему, Вера Мода, да, Вера Мода, вот этот вот не могу, это, боюсь, прям начала это отрывать, вот отрезала этикетку, прям он так прошит, вот здесь вот тоже, боюсь порвать. Надо как-то все равно обрезать, не люблю. Ну, я стараюсь, когда, например, заматываю его, да, чтобы этого видно не было, потому что когда этикетки торчат, это некрасиво. А так он вообще классный, мягкий. Ну, вот с голубым пальтом вот я его, ну, и с черным совсем вот одеваю. Вообще такой мягкий, классный. Ну, вот такие вот мои шарфы.
А, еще один сейчас покажу. Вот такой вот он совсем тоненький. Я его под коричневую куртку одеваю. Босик, а что такое? Психует. То, что я тут на кровати все разложила. Он хотел запрыгнуть и убежал. Так, что-то я думала и решила сварить лазанью. У меня сын уже сколько просит. Думаю, ладно, смотри, я утром еще вытащила. Он сейчас уже... Сколько у нас уже время? 4:15. Так что надо быстро варить лазанью. Сначала думала, может быть, это каннеллони сделать. Но потом подумала. Сын же меня просил лазанью, значит, будем делать. Сейчас надо взвешать, сколько у меня тут фарша. Я тут по чуть-чуть, как я в морозилку ложила. Замораживала. Так, здесь 227. Все вместе. 585. Ну ладно, я две эти не буду, сделаю тогда на две пачки. Так, выключился. Вот на такие две пачки буду делать. Здесь на 250 грамм, на 200 грамм фарша буду использовать две. Вот такие вот лазанья. Всегда от Барилла беру, стараюсь брать тут. Нет, ну, хорошие. Ну, и также и лапша, да, от Барилла тоже очень хорошая. Спагетти, все это. Ну, у меня еще вторая есть тут немного. Так что вторая еще есть. Сметану. Между, да, там я всегда промазываю. Ну, хотя, как тут написано, что сверху только, но я всегда между промазываю. Ну, и сыр буду тереть. Есть у меня. Так что быстро и вкусно. Ну, у меня сын такое любит. В основном, мне кажется, и дети и все любят. Но я не очень, честно говоря. Томатное как-то вот не очень, не мое. Буду делать в такой форме. У меня есть побольше, но я думаю, вот та будет сильно большая. У меня такая прозрачная есть. Хотя, ну-ка, сейчас посмотрю. Ой, не, та будет маленькая, а другая большая. Такая вот у меня еще есть квадратная. Это все с Икеи, да? И другая у меня вообще еще больше вот этой стеклянная. Не, в этой неудобно. Вот этой все-таки будет. Эту прозрачную больше такое под какие-то запеканки. Хотя та стеклянная, но она большая. Потом получается низкая запеканка. Потому что, ну, много туда листов надо. Буду в этой делать. Ладно. В лазанью я буду добавлять. Всегда добавляю лук. Красную паприку, да, сладкую, и немножко у меня еще чили было. А потом еще, когда у меня уже будет тут все готово, я положу немножко укропа. Вообще в этом, на упаковках не стоит, конечно, что надо что-то добавлять, но я всегда добавляю. Еще иногда кабачок добавляю, если есть. Ну, цукини, да, мелко порезать, оно так сочнее как бы получается. Ну, сочнее в лазанье, конечно, это смешно сказано, потому что она и так... Ну, вкус немножко поприятней. Сейчас немножко обжарится, добавлю лук, перец. Еще будет в духовке у нас стоять полчаса. Лук и вот эта вот паприка, она слегка вот. Добавляем сейчас соль, все равно немножко, вот там в специях есть, да, все это, соль, перец, но все равно всегда я добавляю. На одну пачку 400 миллилитров воды, значит 800, на две пачки.
тоже вон есть сушеная зелень. Сейчас как закипит, и потом уже минут 5 закипит и все. Кажется, да, это так просто, да, вот, по пачке делай и все. И все равно оно у всех по-разному получается. Каждый что-то свое, да, хочет добавить. Некоторые вообще ничего не добавляют. Вот как есть на пачке, так и есть. И у меня сын тоже всегда обязательно паприку, этот лук, это обязательно. А я еще иногда и кабачок, как сказала. Сейчас закипит, покипит минут 5, даже меньше, и все. Теперь буду собирать. Я думаю, она все-таки маленькая будет, а та большая. Прям проблема. А то завтра я еще собралась же делать рыбу. Завтра сын приедет. Не хочется, чтобы много было. Но он вечером приедет. Ну, младший сегодня поест. Да на работу завтра возьмет. А, нет, завтра у него home office. Так что дома в обед поест. Ну, придется ломать мне их, они сюда нижние не влазят. Когда повыше, вкуснее лазанья. Я так туда, ничего страшного, разойдутся. Поют, но солнце у нас, как я и говорила, всю неделю стоит, что не будет. Все, дождь. Хватит, посветило, называется. Аромат вкусный из-за того, что укроп положила. Так, надо сметану. Ну, там стоит крем фреш. Шмам тоже. Будет все равно, какую сметану. Я так ее кусочками кидаю, потом разойдется. Ну и так все слои. Решила я не тереть сыр. У меня опять открытый этот. Только открыли его. Ну, новая пачка, да? Положу этот, ну, раз открытый. Тоже такой же, как и тот, только тот надо будет тереть. Так, ну, последние у меня уже вот это. Ну, эти лазаньи сами вошли на всю, потому что она идет внизу суженная, а потом расширяется. Положила сюда вот так опять сметану. Такая аппетитненькая. Ну, и наверх. Прям сейчас так тоже пластами и положу. Он у меня порезанный уже тут, конечно. Специально я уже, когда иногда открываю упаковку, я его сразу режу. Ну, это я так делаю, мои нет. Так просто отрывают, как отламывают. Все, хватит сыра вот так. И в духовку на минут 20-25. Ну, там стоит на 30 минут, но оно все почти готовое. Только эти сами листья на 200 градусов. Ну, нет, солнце немножко вышло. Босик сидит сразу на балконе. Я сейчас все открыла, то, что лазанья жарится. Босик, пошли. Все равно холодно, да, Босик? Холодно. Коки свои простудишь, которых нету, да? Пустышечки твои. Пошли домой. А то у него потом глаза слезятся, если он ветер какой-то или что. Все-таки уже возраст, да, Босянечка? Пошли. Жди уже, когда тепло будет. Птичек хоть скажи, послушай. Вон всякие комары летают уже. Залетел, Босик, комар. Охранник сидит. Пропустил? Сейчас буду убивать, вон сидит на пороге. Ну все, наша лазанья сейчас будет готова. Я всегда, когда она уже, ну, я ее ставлю, да, на стол, накрываю фольгой.
минут 15-20 стоит, так она вкуснее потом напитывается хорошо. Всегда так делаю. Все. Сейчас я поможу ее, чтобы сюда эту форму поставить. Поджарилась. Ну, не сильно, конечно. Вот сейчас накрою. Шкварчит. Как раз так. До верха. Ничего там не набрызгало. Все равно скоро духовку мыть будем нашим специальным средством. Все, сейчас буду накрывать. Всем, кто кушает, желаю приятного аппетита. Ну, а теперь посмотрим, что у нас получилось. Постояла она. Вот там немного я себе сейчас положу. Чуть-чуть так показать. О, как хорошо, мягко, сочно. Самое главное, что не сухо. Ну, вот такая вот красотень. Получилось. Все вот так вот сочно, вкусно. Всем приятного аппетита еще раз. Боси, кто там? Боси, кто там? Смотрит на кошек.